Если порассуждать о том, чем человек занимал свой разум, первое, что вот мне приходит в голову, это чтение молитв. Выполняя какую-то монотонную работу, ну вот, например, мы там нарезаем яблоки, да, читали про себя какие-то молитвы. Отвлечься от монотонной работы и переключить сознание на что-то важное для человека периода 13 века. Ну смотри, на самом деле действительно так. Скорость жизни за последние десятилетия, ну где-то столетия, может быть, вот, она невероятно возросла. Поэтому да, нам это кажется монотонным и сложным. То есть, когда делаешь какую-то нудную монотонную работу, готовка на дохрена народу, сельские работы, это же монотонно однообразный труд. Они в первую очередь пели. Вот, это те самые народные, вот эти вот длительные, нудные, заунывные песни. Почему они заунывные? И долгие очень, это заметили, да? Long play. Вот, потому что это вот тот самый long play, длинный плейлист.